Список самых опасных машин уже довольно-таки большой, чувствую, надо будет просто выводить скоро списком. Но пока пройдемся по тому, что у нас уже было в этой рубрике. Был Draco, M48, M113 Hellfire, Carnet, T15, Terminator 2017 года, афт 10 Мардер 2, AS21, Leclerc T40. И благодаря вот этому комментарию пришло время QN506. Внезапно для меня почему-то на самом деле под этим видео набрал лайков другой комментарий больше всего, и это был C13. Но, может быть, это и какая-то хорошая, интересная машина. Но, опять же, мы возвращаемся к тому же вопросу. Ребят, в этой рубрике участвуют только те машины, которые способны выдавать очень большое количество урона за минимальные сроки. C13 умеет делать два выстрела птурами и все. Ну, то есть, вы просто возьмите и сравните C13 с вооружением вот этого китайского терминатора, о котором как раз мы сейчас и поговорим. QN506 это премиумная Т-шка 9 уровня, и у нее по-настоящему уникальное вооружение. Другой такой машины, по крайней мере, на данный момент вы в игре не найдете. Хоть и ну, его называют китайским терминатором, но это абсолютно две разные машины. Здесь нету далеко, нету той брони, которая есть у термика. QN506 пробивается без проблем всеми в любую проекцию. Но с другой стороны, здесь и намного больше вооружения. Начнем с автопушки. Казалось бы, здесь всего одна 30 миллиметровая автопушка, и все. Но ей как-то, я не знаю, привентили скорострельность такую что в итоге скорострельность здесь одной автопушки равна скорострельности двум автопушкам на терминаторе. То есть здесь 600 выстрелов в минуту, что в сумме дает 26 тысяч урона в минуту. Едем дальше. Две здоровенных бобины с неуправляемыми ракетами 70 миллиметровыми. 20 выстрелов. 20 выстрелов в барабане, у которых урон в средний 260. Пробивают они 300 миллиметров. И наносят, в общем-то, небольшой такой, но тем не менее наносят урон при непробитии. Эти штуки просто уничтожают любой картон, но они нормально работают только по какой-то однородной броне. Ну, то есть, если вы видите ИТ-шку, у которой просто там сталь, да, и все. Шикарно это ваш клиент. Или вы заезжаете в корму каким-то УБТ и напихиваете. Либо, в принципе, иногда очень классно заходит, Этими снарядами очень хорошо сбивать гусеницы ОБТ, пока, вы на них едете. Но они очень хреново работают по какой-то защите, а вот какие у нас машины недавно появились. То есть, например, тот же Хантер с этой инертной ДЗ, вы вообще его не пробиваете этими снарядами. А те же ПЛ, ПЛ-01 со своими ДЗшками тоже будет все танковать. И в этих случаях гораздо эффективнее использовать как раз таки 30-миллиметровую автопушку. На этом вооружение у нас не заканчивается, и у нас есть еще целых 4 Птура, которые быстро летают, имеют довольно-таки хороший пробой и урон. Теперь в 0.33 они еще и наносят урон без пробития. И это хорошо, и там еще есть самонаведение, кстати. И это просто шикарно дополняет максимально вооружение этой машины. Последний тип ракет не относится к вооружению, но делает эту машину максимально уникальной. У нее есть разведывательные крылатые ракеты. Эта машина просто шикарно играется как поддержка. Вы запускаете ракету над собой, ну, оно, выбираете направление, да, и в этом направлении эта ракета летит и в небольшом таком радиусе засвечивает всех противников, которые, над которыми она пролетает. Это просто настолько крутая механика, если вы грамотно пользуетесь. У вас их всего 4 штуки, так что налево-направо ими бросаться не получится. Но в нужный момент, в нужном месте она делает просто чудеса. То есть, по сути, здесь есть вооружение абсолютно на любой вкус и на любую ситуацию. Вот вообще, издалека, естественно, лучше всего пользоваться птурами. Они хорошо на дальней дистанции заходят и лучше всего, наверное, себя показывают. На какой-то ближней дистанции вы уже будете выбирать, чем вам лучше воспользоваться. Этими кумулятивными ракетами, либо автопушкой. Конечно, неуправляемыми ракетами можно стрелять и издалека, но точность не самая лучшая. Поэтому гораздо удобнее использовать на ближней дистанции. Тем более... Если это какая-то двигающаяся цель, скорость полета там слабенькая и попадать будет тяжело. Прям придется хорошее упреждение делать. Тем более, если это маленькая какая-то цель. Но опять же, учитывая то, что у нас есть автопушка, если это какая-то маленькая быстрая картонная цель, лучше всего использовать автопушку. Ее я первое время очень недооценивал, потому что думаю, ну, все-таки 30-миллиметровая автопушка, что там с нее взять, не особо там она будет раздавать. И тем более, когда у тебя есть эти целых 20 ракет, которые с большим, ну с хорошим таким уроном, да, это не автопушка, там 40 урона, там 260 урона. И ты думаешь, ну этим можно наваливать прям очень жестко. Но на самом деле нет, автопушку не стоит никогда недооценивать. И, как я уже сказал, да, иногда она наоборот эффективнее всего. Тот же ПЛ для меня, вот пару раз я попадал против там этого Хантера, против ПЛки. И по привычке, такой думаю, ну у меня же есть эти крутые кумулятивные эти снаряды. Но нет. Вообще не пробивают. Наносят только минимальный какой-то урон при непробитии, да. И толку просто ноль. И в то же время я потом залез, посмотрел в инспектор брони. С автопушки я бы без проблем мог бы пробивать. Там гораздо больше мест, куда с обычной автопушки можно это делать. Самое забавное, что, пожалуй, это как преимущество, так и внезапно недостаток, то, что здесь есть целая куча вооружения. Тем, кто еще не освоил эту машину, тем, кто играет недавно в эту игру, будет очень сложно комбинировать все это вооружение, потому что ты точно просто 100% должен знать, в какой момент, какое вооружение тебе нужно будет включать. То есть, как я уже сказал, здесь под любую ситуацию ты всегда при вооружении. Не бывает такого, что ты все отстрелял и тебе просто нечем воспользоваться. У тебя всегда есть чем пострелять. Но с другой стороны, ты должен знать, что ну, как бы, если на тебя едет ОБТ, то там 30 миллиметровая автопушка в лоб очевидно ничего не сделает. Если этот ОБТ на дистанции, хороший вариант ПТУРы. Большой урон, хороший пробой, все, все в порядке. Но, с другой стороны, если этот ОБТ уже вблизи, то птурами, скорее всего, ты просто-напросто не пробьешь его, потому что выцеливать не получится. В ближнюю цель какую-то ты не наведешься туда, куда тебе нужно. Поэтому там нужно будет использовать, скорее всего, эти неуправляемые ракеты. То есть вот эта вот вся история с правильным подбором в нужный момент, в нужное время и опять же быстрым переключением на эти вооружения и является, как я, как я уже сказал, да, как плюсом, так и для некоторых недостатком. Но это уже дело привычки. Разведывательные ракеты, наверное, очень хорошо как раз отражают роль этого китайского терминатора, потому что в отличие от нашего терминатора, наш терминатор чисто машина прорыва. То есть ты прям вот в первую линию ломишься, закидываешь птурами, добавляешь автопушки, на китайце так не получится делать, потому что полный картон вам сразу будет прилетать. Прочности немного. И как раз разведывательные ракеты очень грамотно и четко подчеркивают, что это именно отличная машина поддержки. Не первой линии, поддержки. Вы всегда можете союзникам посвятить этими ракетами. И всегда есть в плане вооружения, чем поддержать союзников, если они нарвались на какие-то неприятности. Могу сказать однозначно, это одна из моих любимейших машин. Они всегда интересно играть. Геймплей здесь разнообразный. Тебе постоянно приходится думать, как, что использовать, в какой момент лучше. И это вот для тех, кто любит все эти игры разума. Да? Те, кто просто любит спокойно, понятно, на ОБТ, бронированном, поехать и стрелять с одного вооружения. Эта машина точно не для них. Потому что, опять же, картон и целая куча вариаций, чем воспользоваться. Плюс этими ракетами нужно тоже разведывательными в нужное время пользоваться. Не просто там кинул, лишь бы кинуть. Хотя, опять же, с самого начала боя всегда есть куда применить эти ракеты. Ты У тебя несколько вариантов. Ты можешь как и подсветить какие-то стандартные места для ИТ-шек, так и, в общем-то, в начале тоже можешь закинуть. Ну, там в начале какая-то есть минимальная перезарядка. Но она проходит за минуту, по-моему. Но, тем не менее, уже через минуту ты можешь союзникам, опять же, показать, в каком направлении большая часть сил противника поехала. И это очень важная информация. Так что 100% QN506 это не только одна из самых опасных машин в нашей игре, но и самых интересных. Жду от вас, как обычно, под этим видео комментарии с той опасной машиной, которую вы считаете. Но подчеркну, что у этой машины должен быть очень большой урон в минуту для того, чтобы она ну, реально считалась таковой. Пишите в комментариях название машин, которые вы считаете опасными. Если название этой машины уже в комментариях есть, то просто поставьте лайк. Тот комментарий, который наберет больше всего лайков и попадет в следующий выпуск. На этом у меня все. Надеюсь, выпуск понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.